27 сентября 2024 года. У нас отгрузочка. У нас полный крузак химии. Битком набитый багажник. Срочная отгрузка. Литрушки, и трешки, и десятки. Средств для промывки. Вот торговая марка GT-FOS. Едет один универсал. Предназначен для первичных вторичных теплообменников, пластинчатых до 5-7 лет, кожухотрубных теплообменников, котлов водогрейных, жаротрубных, паровых. Комплекс состоит из кислоты лимонка, щавелевая, сульфаминка, ортофосфорная, соляная, муравьиная, три вида ингибиторов. Средства работают по методике. Часть кислот, один комплекс, проникает в глубь отложения и разрушает их изнутри, отбивает поверхности металла. Второй комплекс у нас уже отбитые отложения растворяют в воде. Вода обязательно, средство концентрированное. Активным веществам нужно куда-то отдавать растворенное минеральное отложение. Ингибиторы тоже работают в комплексе, защищают металл от водородной коррозии. Едет в город Краснодар, компания «Тепло всем».